19 мая в Алматинской области уже в третий раз прошел горный забег и семейный фестиваль «Таужарыс». Активные выходные с семьей или друзьями решили провести около 1500 человек. В воскресное утро мероприятие посетила и наша съемочная группа. Забег прошел в живописной местности лыжно-биатлонного комплекса «Алатау» Алматинской области. Организаторы мероприятия – корпоративный фонд «Смелость быть первым». Бегуны участвуют в трех дистанциях. Самую короткую дистанцию – 2 километра – бегут дети до 16 лет. Люди старше этого возраста преодолевают уже круги на 6 и 12 километров. Стартуют сначала дети разных возрастных категорий, потом стартуют 6 километров, потом 12, потом скандинавы. Но от 9 лет, ну и нескончаемо, да, я просто не знаю статистику самого возрастного участника на сегодняшнем забеге, но я видел одного из знакомых своих бегунов, которому 70 лет, так что возрастной ценз не ограничен в области повышения, так что всех мы ждем, потому что можно не бежать, можно пройти с палочками скандинавскими и любоваться красотой Алматинской области. Стоит также отметить, что в рамках забега впервые организовано соревнование по скандинавской ходьбе, а победители этой категории войдут в состав сборной Казахстана. Им будет представлена возможность участвовать в Кубке мира по скандинавской ходьбе. Отметим, что в данном соревновании участие принимают даже самые возрастные спортсмены. Среди них и Багила Орнбаева. Ей 69 лет. На пенсию вышла и спортом начала заниматься. Когда работали, времени не было заниматься этим и так далее. Мечт очень много. Все эти мечты выполняем. Я, например, сейчас хожу Домручью, Тоғызқұмалақ уже самой начала тоже вроде бы казахстанскую сборную претендую. В общем, марафоны, забеги очень много. Я на 19-й уже участвую. А это вроде бы мы в сборную будем выбирать отсюда. 4, 3, 2, 1. Честь стартовать первым досталась самым юным участникам забега. Они пробежали 2 километра. Несмотря на то, что был выходной день, а время показывало 7 утра, не отставая от родителей, поучаствовать в забеге приехали порядка 60 детей. Трек был не самым легким. Трава мокрая после дождя, подъемы и спуски. Однако все это компенсировала живописная местность гор Заилийского Алатау. Самым первым в этом забеге пришел Арсен Бекбулат. Он и его семья каждый год участвуют в данном первенстве. Мне 14 лет. В прошлом году я участвовал в этом забеге и также занял первое место. Моему старшему брату уже 17, а потому он бежит в дистанции для взрослых. Вся наша семья принимает участие в подобных марафонах. Мы за здоровый образ жизни. Завершился забег дистанциями на 6 и 12 километров, которые пробежали взрослые спортсмены в количестве 1140 человек. Благодаря спонсорам победители и участники мероприятия были награждены грамотами, медалями, денежными призами и ценными подарками. Айслу Жандосова, Бекжан Кинжибай, телеканал ЖТСУ, Конаев.